Ребята, всем привет, с вами Гамиган. В сегодняшнем видео мы попробуем из вот этой вышки сделать фарш, потому как, ну, она, наверное, метров под 150, мне кажется, по размерам и жизни, и мне кажется, что из нее получится реально хороший фарш. Так, смотрите, короче... Давайте первым делом посмотрим вообще, что эта вышка из себя представляет. Зайдем в нее внутрь. Тут есть лифт. Можно подняться по лестнице, но мы же не дураки, мы лифтом воспользуемся. Так, в лифт заходим, залазим и выбираем этаж. 25, 24, короче, 25, я так понял, это максимальный этаж, да. Поднимаемся на 25 этаж. О, как трясет, ё-моё! Ё-моё, чё так сильно трясет? Блин, ну лифт довольно быстро поднимается, потому что только что была циферка 1, теперь 7, теперь 13. Короче, за секунд 5 он поднимается на 6 этажей. На 6 этажей. Секунд 5, 6 этажей. Или 1 секунда, 1 этаж. Даже быстрее. Не-не-не, быстрее, быстрее. Быстрее поднимается. Все, мы уже приехали. Так, открывай, открывай, открывай быстрее. Уже нет терпения. Так, мы на самом верху. Это как будто вышка Останкина, я не знаю, знаете такую вышку в Москве, она очень высокая, очень огромная, и вот эта вышка очень сильно похожа на нее. Кому интересно, в моде она называется вот такут. Телеметрия вышка, короче, она телеметрия вышка называется, без разницы. Так, вот здесь мы вышли, а где перила? Тут же можно упасть просто. А перила? Почему нету перил? Блин, ну она громадная, слышишь? Она прям реально очень большая. Так, ну первое, что я хочу сделать, я хочу попробовать просто... Капец, прикинь, земли не видно. Я хочу просто попробовать... Я пробил своим телом карту. Я хочу попробовать просто из гранатомета взять и сломать ее, чтобы она упала. Давай попробуем сейчас... Берем гранатомет обычным. Так, ну короче, башня что ли падает? Да, она походу падает. Короче, ребят, спасибо за просмотр. Это была телеметрическая башня. Просто напишите, скачать вот телеметрическая башня для Teardown. И у вас покажется эта башня, она будет первой. Так что спасибо за просмотр. С вами был Гамиган. Это была игра Teardown. Подписывайтесь, ставьте лайки. До скорых встреч. Всем пока.